Друзья, всем привет! Показываю еще один участок, который находится в Ардоне. 25 соток, находится он вот примерно вот здесь. Я зашел сверху, чтобы вам показать обзор, который может открываться с верхней части домов. Вот, показываю обзор. Вон там даже кусочек моря цепляет. Но в основном, конечно, это вид вот на эти горы. Здесь вот большое сельскохозяйственное поле. Не могу понять, что выращивают. Очень похоже на виноград. Как будто хозяйство под виноградники. Да, и вот, вот эта емкость, мне кажется, тоже именно для того, чтобы виноград давить. Здесь есть электричество. Тут рядом очень близко федеральная дорога. Вот вы ее слышите, вот она вот здесь проходит. Соответственно, дальше идет Нижняя Хобза, а вот здесь вот Вардоне. То есть вот между двумя этими частями. В Вардоне есть школа, в Нижней Хобзе есть неплохой пляж, в принципе, магазинчики, очень много гостевых домов, которые в этом году были чрезвычайно востребованы и заполнены. Тут вот такое интересное место. Предлагаю этот участок приобрести и построить здесь небольшой поселочек для, опять же, для как, либо как дачный, либо для постоянного проживания. Для тех, кто хочет жить рядом с природой и недалеко от моря. Цена более чем адекватная. Цену смотрите внизу под роликом. Еще раз напоминаю, 25 соток, ИЖС-участок находится в Вардоне. Все, друзья, спасибо вам. Пока-пока и до скорых встреч.